Здравствуйте, дорогие друзья! Скоро у вас будут зимние каникулы. И я хочу поделиться с вами своим мастер-классом, как можно изготовить из картона, из тарных коробок, вот такой вот замечательный танк. Хорошая игрушка, можно и поиграться, и сделать своими руками. Для работы нам понадобится клей, еще нам понадобится карандаш, линейка, ножницы, и канцелярский нож. Так, мы берем картон и вырезаем наши прямоугольнички. Первый прямоугольничек, самый большой, у нас с вами будет 6,5 сантиметра на 32 сантиметра. Второй прямоугольничек у нас с вами будет 4 сантиметра на 11 сантиметров. Третий прямоугольничек у нас будет с вами 2,5 сантиметра на 9 сантиметров. И две одинаковые полосочки 2,5 сантиметра на 32 сантиметра. Первая разметочка у нас делается на циферке 1. Вторая разметочка у нас делается на циферке 4. Третья на цифре 5. Следующая у нас делается на цифре 17. Следующая разметочка на цифре 18. Следующая разметочка на цифре 21. И следующая разметочка на цифре 31. Ложим линеечку и делаем разметочки. На цифре 2 первая разметка. И на цифре 9 вторая разметка. Делаем разметки на цифре 3. И на 6,5. Все разметочки мы с вами аккуратненько, не спеша, прогибаем все, подготавливаем наш картон для нашей фигуры. Получится. Вот так мы согнули ее. Видите, по разметочкам у нас вот так получается, вот такая вот форма. И вот здесь вот мы мажем клеем и склеиваем ее. Вторую часть точно так же мы с вами сгибаем по нашим разметочкам. Вот такая у нас получается буковка П, то ли лавочка, как-то так вот. Мы то, что ее откладываем в сторону. И теперь мы берем нашу маленькую третью часть. Точно так же по разметочкам мы сгибаем. И вот так вот мы должны ее склеить. Теперь у нас еще с вами остались вот такие вот две длинные полосочки. Два таких вот прямоугольничка. Это наши гусеницы. Гусеницы, как вы видите, у нас ребристые. Вот такую вот ребристую полосочку. Мы берем край и начинаем снимать одну с одной стороны. Нашу ровную поверхность. Итак, еще нам понадобится с ящика снять несколько, с остатка ящика там вашего, несколько вот таких вот полосок. Вот наша часть немножко прихватилась, но краешки клеится сразу и одна сторона, и другая сторона. Можно так, можно поставить ее на стол и просто прижимать ручками. Вот такая вот коробочка у нас должна с вами получиться. Обводим одну часть, одну сторону, переворачиваем и обводим другую сторону. Вот такая вот деталь, такое вот основание у нас с вами должно получиться. Таким же образом мы с вами обклеиваем и башню. Берем лист, ставим, обводим, приклеиваем и обрезаем лишнее. Такая вот конструкция у вас должна получиться. Все это клеим мы друг на друга и ждем, пока все просохнет. Вот так вот с обеих сторон мы с вами приклеили нашу гусеницу. Клеем намажем, приклеиваем. Потом мы мажем клеем наше основание дула, нашу дырочку в танке, вставляем и ждем, пока это все подсохнет. Вот так вот у нас приклеилось наше дуло. Вот так вот получилось у нас танк. До свидания, до новых встреч!